здесь, что есть те, которые постигли свет Творца с помощью своей работы и хотят, чтобы и те, которые пришли после них, постигли свет Творца, и они учат их и приводят их к возможности линии успеха. То есть имеется в виду, скажем, каббалисты, которые должны передать эту науку, как привести человека к раскрытию Творца. А раньше он написал, мы говорили об этом, что с одной стороны есть желание Творца, а с другой стороны есть усилия человека, работа человека, когда он говорит, что согласно мере работы в лишма, в этой мере уходит скрытие, и свет начинает светить. Так по отношению к Творцу человек должен дать усилия в лишма. А каббалисты, которые говорят человеку, как идти успешным путем, что дают ему правило, что нужно от любви к творениям перейти к любви к Творцу или объединяться. И те, кто постигли Творца, направляет человека на объединение с ближним. Какова работа работы лишма по отношению к работе объединения с ближним? Все в одном направлении. Работа лишма и работа над объединением с ближним — это работа в том же направлении. Потому что, в общем, что такое лишма? Пока человек, когда человек связывается, относится с Творцом все мгновения, все свои действия. Так что ему ничего не остается, что-то для себя. Как с этим ощущением, которым Творец пробуждает человека и движет им, и предоставляет ему возможности, как вы сказали, раскрывает возможности на мгновение, которые он может раскрыть, и это может привести человека немного к стремлению в этом процессе. Как это выражается в работе с ближним, или в десятке, или в группе по отношению к человеку, потому что там понятно, что есть полная власть Творца в этом. Нет. Нет. Тут есть действия и действия со стороны десятки, со стороны группы, общества, со стороны отдельно взятого человека. Это неверно. Творец не делает с нами как будто бы какую-то игру. Хотя да, это и называется игрой иногда. Но то, что он хочет сделать, это пробудить нас, обучить нас, чтобы мы знали, как мы можем быть готовыми заранее к пробуждению, которое к нам придет. И как прийти к состоянию, когда все, что он нам посылает, мы бы впитали полностью каждое его действие.